давайте теперь такой распространенный тест попробуем для этих ножей. То есть универсал вообще обычно очень плохо его проходит. Это мы попробуем этими ножами немножко почистить яблоко, а потом его порезать. Посмотрим, как это будет происходить. То есть на самом деле, конечно, понятно, что эту работу можно выполнить практически любым ножом. Здесь вопрос, как бы, каким ножом все-таки это делать удобнее. Насколько вот хороша такая геометрия. Я потом маленький кусочек этой работы попробую сделать ножом, который точно для этого вполне подходит. Сделать-то они это делают, но... Да, друзья, вы знаете, пока вот ощущение такое, честно говоря, вот в этой вот такой своего рода ювелирной работе оба эти ножа не очень, но оба не очень по разным причинам. По моим ощущениям, Ганза существенно толще сведен, то есть не режущая геометрия. Ну, понимаете, вот здесь это происходит вот так. И вот, вот, безусловно, ножом с тонким сведением и тонким клинком делать все это существенно удобнее. То есть, ну, как бы вот не для той работы эти ножи созданы как таковые. То есть, поэтому очередной раз этот тест в данном случае демонстрирует то, что не надо думать, что универсальные ножи будут хорошо работать по продуктам. Это далеко не так. То есть, искать складные ножи, которые по продуктам работают хорошо, ну, следует очень внимательно. Ни тот, ни другой из наших претендентов, вот, по крайней мере, в чистке яблока, не показывает себя настолько хорошо, как нож с действительно тонким клинком и тонким сведением. Хлебушка давайте, что ли, порежем. Ну, хлеб шаксом резать вообще так прям приятно, я бы так сказал. Давайте ганзу еще кусочек отрежу. А ганза, видите, как бы даже вот на такой небольшой булке он не достает, то есть резать придется по кругу. Нужно будет дорезать. Вот. Ну, в общем, вот с этим, наверное, связано некоторые неудобства. Ну да, в этом тесте, конечно, шакс ощущается намного более приятно. Как только усилий прикладывать никаких к ножу не надо, шакс сразу вырывается вперед. Так, ну давайте сервелат обыкновенного немножко порежу. Первый у нас нож ганза пойдет в ход. Блин, ну это что попало по ощущениям, если честно признаться. Ну, вот знаете, как бы, опять очередной раз вот такая вот картина. Шаг существенно лучше себя показывает в подобного рода работе. То есть, хотя оба ножа режут, безусловно, все в этом отношении нормально. Но должен сказать, что вот удовольствие, честно признаться, вот от такой продуктовой работы не получаю ни от того, ни от другого. Да, разрезать можно, но ножи видно, что предназначены несколько не для этого. Вот вообще, в принципе, изначально. Единственное, что, пожалуй, поделюсь, ну вот надо понимать при таком сравнении. У шакса все-таки вот из-за его вот этих вот геометрических всяких изгибов, как бы больших, вот у меня сейчас, видите, на пальце рана, заклеенная клеем медицинским, как бы возникает какое-то неприятное ощущение, вот, вот такой колючести, что ли, в руке у ножа. То есть вот есть вот у него вот от него этого чувства, никуда не деться. То есть в более тяжелой работе на кролике это вот тоже очень ясно проявилось. У ганза такого нет, однако тут как бы другая проблема. Ганза более толсто сведен, вот, а у шакса он мало того, что сведен тонко, у него еще вот эта вот геометрия с вогнутыми спусками, она ему позволяет как-то резать приятнее. Из-за этого возникает паритет. То есть как бы обоими ножами, в общем-то, почему-то не совсем удобно, не хотелось бы выполнять такую работу. Но, тем не менее, вот примерно равно неудобно, хотя по совершенно разным причинам.